секретов много, помнить все, естественно, нельзя. Когда мы будем выполнять квесты с вами, я думаю, лучше всего будет вернуться именно в начальную локацию, потому что там, как мне кажется, все равно будет выполнять квесты как-то полегче, потому что NPC гораздо меньшего уровня. Жаль, что мы заспавнились именно в песках. Именно там у нас начальная локация, в которой, как бы, я просто хочу немножко пособирать угля и пойду вот в эту самую, вот как он называется, в этот колодец. Прекрасно знаю, что там вкусности есть, но помимо вкусностей там могут оказаться тоже и скрытые ловушки. Не очень приятная штука, конечно. Но опять же ставим сначала этот, наверное, губку. Для того, чтобы потом было попроще. Кстати, тут прямо вот здесь, наверное, где-то вот для этих домов можно этот уголь привезти из кубов прямо вот в куб. Именно в уголь. Сейчас посмотрим, как это делается. Я уже сам забыл, просто надо повспоминать немножко. По чуть-чуть, помаленьку, по... Мне тут советовали алмазы не копить. Ну, не знаю. У меня пока никаких этих не разблокировано толком. Ну, вообще, как бы квесты не выполнены. Следовательно, у меня рецепт не разблокирован. Поэтому лучше покопить пока. Потом, когда у меня будут разблокированы рецепты, я могу спокойно уже найти алмазики, покупать всякую дичь. Что-нибудь хорошенькое. Очень много солнышка, какое круглое. Прямо в глаза слепит. Ну, не так, чтобы слепит, но... Жаль, нет у меня с собой кирки. Прошлое путешествие у нас продолжается, потому что я не возвращался. Домой здесь переночевал, нашел кровать. Кстати, надо было забрать с собой, елки-палки. Конечно, могу я найти много кровати здесь без этого, но надо было, наверное, все-таки взять с собой кровать. Ладно, следующую кровать найду, и так я ее обязательно возьму, если опять не забуду. Так, уголь самая нужная вещь для переплавки руды, сами знаете. Поэтому угольные блоки. А, ну можно деревом, кстати, можно же деревянными блоками топить. Вполне нормально вот топится. Но рецепты некоторые, конечно, не работают. По-моему, сейчас будет этот. В ближайшем будущем буря. Вот пока дома посидим где-нибудь. А как тут войти домой-то? Я что-то не вижу входа в дом. Вот он. Давайте зайдем сюда. Как-то темнее, действительно, может быть. Был ли, не был ли я в этом доме? Вот тут, может быть, да? Я в подобном доме жил, да, вот тут кроватка, может, в этом же и жил. Зачем я лег спать? Я хотел... я хотел разрушить. Черт, получилось, что я лег спать. Глупо. Сейчас будет вечер, наверное, да? Поспал до вечера. Ну, не знаю, как-то... Сгущаются тучи. Ветер. Скоро будет ветер. Почему-то, когда я спал, ничего не поменялось. Хм, странно, почему так? Ладно, давайте соберем вот эти два блока угля и слезем уже. Что-то подозрительно вот это вот. Ладно, посмотрим, что мы так свалим туда. Вот он, секретный проходик. И здесь врагов, по-моему, нету. Если я не ошибаюсь. Но здесь могут быть, опять же, эти секретики. Так, одну нашел дверь. Так, только одна дверь, да? Да, похоже, одна дверь только. Надо, наверное, ставить губку на всякий случай. Так, хотя...
Блин, вот плохо то, что реально не взял с собой этот. Кирку. Я вообще-то можно сделать в любой момент, на самом деле. Точно. Из железа, из того же. Печки с собой нету, но ее можно сделать тоже в любой момент. Железо собирать, да. Вполне возможно здесь делать. Нужны камни будут. У меня камней-то с собой нету. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну давайте все равно этим займемся, чё. Вот так долго придется это все раскачивать. Я запарю жать, там, по-моему, ночь началась. Так, а может быть тут тогда поспим пока? Здесь в секретном месте вполне приличное место для сна. Кроватка у нас есть ведь. Спим до утра. И потом будем здесь возрождаться, что разве плохо? Секретное потайное место. Еще раз поспим. Не знаю, утром ли я проснусь или нет. Часов как таковых нету. Наручных, поэтому тоже еще ночь идет. Ну, на самом деле, если вы знаете, что когда смотришь в колодец, можно увидеть звезды. Так что ночь в колодце штука такая. Да что ты, как я сейчас буду? Как вот мне перелазить? Как выпрыгнуть отсюда, а? Как отсюда выпрыгнуть? Не могу выпрыгнуть. Секрет вот выбросился отсюда, выпрыгнул. Так, надо сейчас камень где-то набрать. Вот тут камень есть, но мне бы не хотелось здесь. Давайте вот тут вот насобираем его прямо в подвальчике. Дерево. Дерево тоже можно с любого разобрать любой дом. И с него собрать. Печку зафигачить. Дела, чтобы уж действительно лазить в эту потайную пещеру, в этот колодец было гораздо проще. Да, молоток, да, молотком лучше разбивать, не киркой. Эти блоки гораздо быстрее получится, не мучить себя. Или сделать железную кирку и забубенить это все. Так вот, более быстрым. Так, 4 мало будет, надо побольше, короче. Ну ладно, я пока сейчас поделаю немножко, а потом как бы, ну, несколько штук сделаю, потому что легче было все это разбивать. Уже вернусь. Ну, возвращаемся в колодец. Самым большим отрицательным... Возможно, качеством большого путешествия является то, что когда у тебя мало с собой ингредиентов, вот, яблоки буквально понемножку добавляю, да, еды мало с собой, ее достаточно сложно тут скрафтить, потому что чем дальше ты от дома, тем сложнее у тебя получится все блоки тут самые нужные, тем сложнее тебе убить NPC, потому что они большого уровня, и чем дальше ты находишься, действительно, тем становится просто невыносимей с ними сражаться и ловить их, убивать их. Ну, с другой стороны, ты, наверное, лучше прокачиваешься от каждого такого моба. Наверное, я не знаю, больше ли она дает прокачки, если ты будешь убивать этих более крупных, более крутых мобов. Так что, я думаю, нужно будет вернуться домой. И еще одно точно надо будет сделать, то, что квесты, наверное, тоже лучше выполнять именно... Что это, золотые, что ли? А, железные, с той стороны. Именно в начальной локации начать выполнять квесты, потому что убивать, они же дают задание на убийство разных NPC, и там с маленькими уровнями гораздо проще убивать будет, я думаю.
А, так чисто для путешествий надо просто с собой запасаться сразу многим количеством еды, и тогда все будет более-менее, как и следовало ожидать. Да, вот такие вот колодцы, они очень прибыльные, приносят много золота. Но это золото такое, что оно же не продается у алхимика. Алхимик же он самородками покупает, он не берет этими слитками золотыми. Он чисто самородками покупает, все продает. Вернее, продает. Самородками. Так. Собираем блоки, и я думаю, в ближайшем будущем. Да, еще хотел спросить, вот мне вот почему-то кажется, что большие слишком серии, они тоже как бы не очень хороши. Так что найти бы оптимальный вариант, сколько должна продолжаться серия, потому что часовая серия, далеко не каждый, наверное, будет так долго смотреть, а вот, да и слишком маленький, наверное, тоже не очень. Ну, я спрошу вас в комментариях, кроме этой запишу еще несколько серий, то есть, когда я увижу ваши комментарии, может быть, я уже несколько серий запишу, наверное, разной длины. Вот, там посмотрим. А прокачиваться, кстати, что можно прокачать? Как думаете, что лучше всего прокачивать сейчас? Полторы копания уже. Так, дальность подбора 1-0. Магией я пока не пользуюсь. Выстрелы стрел. Стрелами я тоже пока ошибка не пользуюсь. Но может быть все-таки здоровье прокачивать, не знаю. Давай до 300 доведем ее. Тоже. Сейчас чем дальше проходишь, чем больше уровень, тем реже обновляются уровни. И тем не менее становится сложнее определить, куда. Ух ты! Нифига себе, тут даже сундук есть. Офигеть! Круто. Секретики есть разные. Разные секретики. Неожиданные, приятные иногда, иногда не очень приятные. Интересно, что там внутри еще. Сейчас я соберу все. Я думаю, что все-таки в ближайшем будущем пойдем домой. Все, здесь, в этом колодце мы с вами пособирались. Так, смотрим, что у нас в сундуке. Ох, у нас тут водоросли. Водоросли и есть деревья. Деревья нужно посадить тоже можно. Так, пальму мы знаем. И это акация. Да, саженец акация. Тоже неплохо. Ну, места много. В принципе, еще можно насобирать. Но, блин, еды, конечно, с едой напряг. Напряг. Время суток опять ночь, наверное. Как-то темно стало. А, темно стало не от этого. Там звезды. Ну, звезды, опять же, из колодца, еще раз говорю, что, наверное, все-таки это не показатель. Ладно, все равно давайте поспим. Я хочу есть уже, похоже, вообще конкретно. Видите, потихоньку убавляется все равно здоровье. Не здоровье, а это. А, кстати, сундук-то этот можно, наверное, забрать. Он же необновляемый. Если бы они были обновляемые, то можно было бы оставить такой сундук. Но в таком бесконечном мире я сомневаюсь, что можно как-то сделать так, чтобы сундуки были обновляемые постоянно. Тем более, чем дальше ты идешь из этого мира. Да, уже день. Чем дальше ты идешь из этого мира, тем больше у тебя сам файл игры будет, да, сохранение. Ух ты, бля. Опа. Ай! Ну выпрыгивай ты, елки! С алхимиками я взаимодействовать не буду, потому что надо сначала все-таки с этим поговорить. Постараюсь, по крайней мере. Так, ладно. Я еще в зимний биом, наверное, схожу сегодня чуть-чуть. И на этом закончим. Все равно. Так, подожди, я забыл, где я нахожусь-то вообще. Уже опять потерялся. По-моему, я шел вон оттуда, да? Там у нас море, океан. Нет, там как-то снежный биом. Пошли все снежный биом. Там, по-моему, есть как-то большой храм. Такой православный. Почему православный? Потому что такое луковичное. У него это крыша такая. Где он там? Зимний биом. Он где-то вон там, наверное.
Кстати, я хотел, блин, зачем? Я хотел еще печку разбить. Давайте, наверное, все-таки сделаем это. Вон, смотри, какая жирная птица летит. Воробей называется, офигеть. Я хотел разбить вот эти блоки. Просто, наверное, этого было бы вполне достаточно. Кстати, тут и кокосы есть, и яблоки, можно их пособирать. Прямо вот здесь вот и поставить печку себе. Я как-то сначала думал это сделать, а потом забыл. Вот здесь вот. Сделаем ее сначала, эту печку. Верстак. Верстак. Делаем печку. Так, печка готова. А, мне нужно было собрать ее для квеста. И потом, как разделывать, как делать уголь из блоков? Блоки, 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 блоки. Подожди, блоки. А наоборот их как разделять? Можно, нет? Или их тоже через печку все равно надо, да? Наверное, все-таки через печку. Я уже не помню просто вот вся причина. Да! Землетрясение. Я надеюсь, оно не будет сильным. Чтоб меня сильно не укачало в этом мире. Хотя можно в воде прятаться от этого землетрясения, да? Вы знаете, да, как прятаться от землетрясения в воде? Просто выходишь в воду, плывешь, и все, он тебя не зацепляет, и просто, ну как, ты же находишься не на какой-то поверхности, а просто плаваешь. Да, в печке они все разделывают. Но опять же нужен уголь. А сам уголь, интересно, подожди, сам уголь-то он тоже, да, наверное? Да, уголь из угля, уголь делается. Хорошо, давайте сначала тогда из угольных блоков наделаем угля. 20 минут. Видите? Фу, это долго ждать. Ну ладно, подожду. Сделаем угля, потом сделаем, ну вот эти вот все разобьем тут. В общем-то, изумрудные блоки и все подобные. В общем-то, чтобы у нас был металл. Металл тоже надо. Ну, из металла можно делать деревянные молотки. Но опять же, если я так долго буду тут крафтиться, у меня никакого этого не хватит. Я сейчас скажу, наверное, наверх пособираю еды, яблочек, допустим, ананасиков, то есть кокосиков. И этим буду пока, наверное, питаться. Так, кстати, чтобы не забыть, можно, в общем-то, уголь не использовать. То есть сделать это все деревом. То есть просто нарубите дерево, и вот этими досками можно будет просто взять и эту самую, этот самый уголь, чтобы не тратить лишний уголь, крафтить именно. Но я не знаю, как она по скорости, как она работает, что если вы не углем, а деревом, мне кажется, разницы никакой нету, что вы будете углем, что вы будете деревом это все делать. Палок, по-моему, надо чуть побольше, если я не ошибаюсь. Вот, а насчет угля примерно так. Вот, все, выбираем. Все, палочка последняя. Так, где у нас дерево? Вот, 6 досок. За 11 минут, я думаю, справлюсь. И так все перефармим, перекроим, и железо, и все, и остальное. Ну, вот это я отнесу домой, котел. И там уже, ну, пока еще не будем рецепт. Надо будет, знаете, что я думаю, что раз мы ушли так далеко в эту сторону, надо идти в другую сторону и тоже до такого же уровня дойти, потому что, ну, слишком опасные монстры становятся дальше, а я еще вообще ничего не делал, ни одного квеста, можно сказать, толком не выполнял, и поэтому, хотя и уровень у меня большой, но тем не менее, я еще не открыл толком вообще рецептов, какие у нас тут есть. Я имею в виду, вот, допустим, та же броня. Вот, вообще все закрыто. Вот, единственное, там пару щитов есть, колец и все. Когда я это смогу сделать, тогда и да. И вот с оружием тоже разное. Видите, тоже нифига. Пистолет, магия огня. Ух. Вот, лавы можно использовать очень даже хорошо, да, магия огня. Кстати, что он дает лаги? 35 урон огнем. Но это, опять же, ману нужно, ману качать. Тоже дело такое, что магом становиться тоже довольно, так сказать, интересно.
Да, я немножко яблочек пособирал, немножко пособирал кокосиков. Ну, я думаю, пока хватит мне на жить, на то, чтобы... Ладно, выжить. Пока топятся мои блоки, я пойду в зимний биом схожу еще. Хотел просто прогуляться до него, хотя бы посмотреть, что тут у нас поблизости в этом зимнем биоме есть. Так, где елки, там и зимний биом. Не знаю, много его тут нет вообще. Может он так? Для виду, там он у нас лед. Тут зимний биом. И есть офигенная внизу дыра. Вон, ресурсы. Небольшое количество. Ну так-то немного ресурсов. Раньше, мне кажется, было больше ресурсов, нежели сейчас. Так. Там опять пустыня. Странно, конечно, это биом какой-то. Снегу не так много. Рядом еще пустыня. Там вообще вода. Так что ничего тут, похоже, нету. Ладно, я-то думал, тут будет большой корабль. Рик и большой лошадь, лошадь большого уровня. Надо седло сделать, на лошади на такой кататься. Будет, мне кажется, значительно легче, чем бегать вот тут. О, нет, там вон есть ресурсы разные. Да. О, еще одна яма. Но чтобы делать большие какие-то путешествия, нужно все-таки подготавливаться более конкретно, наверное. Или наоборот, действительно, на самом легке отправляться. Ну, с другой стороны, если вы голодный, ну, если только яблоки найдете, вот, кокосики, яблоки. Так, подожди. Яблоком не разбивается. То есть кокосом не разбивается яблоко. А вот яблоком вполне. Так, еще яблочки. Кокос дает, по-моему, один, да? А яблоко? Яблоко меньше дает. Кокосик более питательный, оказывается. Да. Ну вот, значит, зимний биом оказался намного меньше. Вон в ту сторону надо идти, да? То направление как-то странно с пустыней сочетается. Еще лед. По льду катаемся мы. Вау, офигенно. Ладно, давайте дождемся все-таки, когда у нас ресурсы скатятся, и пойдем назад, потому что слишком уж большого уровня NPC тут вокруг нас летают такие воробьи, что просто офигеваешь размеры их. И последнее. Вот только я насобирал здесь, в этой в этом колодце этой игры. Сейчас уже к этой серии я достаточно раскачался, в том плане, что я вспомнил достаточно много. Еще буду вспоминать, конечно же, многие различные фишки. Это достаточно интересно. И насчет разных вкусностей и сладостей, да, в магазине. Правда, дороговато. Но можно найти этот самый самолет. Где он, кстати? Вот, электрические детали разные. И где-то тут я видел этот самый самолет, которым можно... Вот он. Необычный механизм с крыльями, похожий на птицу. Он был создан гоблинами под руководством короля этого мира. Совершенно секретно. Вот какая штука. Офигеть. Кроме того, конечно же, хорошая штука для меня, человека, который не умеет летать. Вот эти крылья, но они тоже дорогие. Разрешают лежать без использования маны. Ангельские крылья. И различных фишек еще много. Этот пулемет, конечно же, о-хо-хо-хо, вот это оружие. Вот это бомбуха. Очень скорострельное оружие, но с большим разбросом. То есть есть свои недостатки тоже. Да, но пульты к нему идут тоже достаточно дорогие. А различные электрические механизмы и тому подобное. Вот примерно так. И будем продолжать. До новых встреч. Увидимся в новых сериях, ребятки. Сегодня пока.